представляет. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики нашего конецкого канала «Скубахатик экспертишинг». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ну и так далее. Все делайте, что вы никогда не делаете. Желательно присылайте деньги, снаряды и так далее. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим эту новинку гидрокостюмов. Это крейсер «Трацина». Ну, как новинку, мы видели 5 мм, 7 мм, вот наконец-то мы посмотрели 9 мм «Трацина». Эта модель, она, наверное, все-таки 2014 года, но в России стала распространяться, наверное, с конца 2014, с начала 2015. Костюм это 9 мм. Во-первых, он настолько шикарен по внешнему покрытию. Наверное, вы знаете, да, вот когда кожа 18-летней девственницы такая, может быть, не девственница, а девушка такая гладкая, приятная. Вот технологии это Крэсси, это клали очень много девушек, это щупали, вот, которые приятнее на ощупь, вот такую же ткань не сделали. Костюм это очень мягкий для 9 мм, но опять же, мы не знаем, это какой неопрен, скорее всего, как и всегда, это самый лучший сорт японского неопрена. Ну и далее была накатана, присутствует небольшая защита на локтях. Это обычное качество, это ничего особо сказать нельзя. Накладка на груди для арбалета очень мягкая. Ну, опять же, мы отталкиваемся от того, что зимой с арбалетом у нас очень мало кто охотится. Вот. Но она есть, это уже хорошо. Это первый, это признак, это фирмы, это фирменные клипсы именно со знаком Крэсси. Если вы можете чуть-чуть дать и увеличить. Что это все-таки это первый признак, это то, что фирма не жалеет денег на какие-то свои как маленькие фенечки. Пускай мелочь, но приятно. Что еще сказать? Нет утончений на руках, но есть обтурация. То есть неопрен на запястьях используется как обтурация. Шлем обычный. Шлем изнутри присутствует это тоже обтурация. Кстати, мы до сих пор не знаем, хорошо ли это или плохо, но в этом случае есть. Ну, естественно, как по последней тенденции, что костюм настоящих браконьеров, он уже идет с обрезанными штанами. Как вы знаете, обрезанные штаны это больше украинская мода. Как бы украинцы считаются, кто не с обрезанными штанами, это тот москаль. Здесь вы одеваете эти штаны, и вы уже становитесь это явно не москалем. Это опять же, вот эта вещь, она которая сделана из коррекционного неопрена, это достаточно приятно. Это присутствует эта надпись, что сделано в Камбодже. Опять же, не буду спорить, знаете, фаджийцы, что они выпускают эти костюмы, но они делают швы. Швы можно увеличить. Все-таки это, можно сказать, достаточно так это качественные. И мы, как всегда, слюнявим это палец, проводим по швам. Не сказать, что они идеальные, но они неплохие. Но, во всяком случае, намного лучше, чем многие другие. Из минусов, вот как вы видите, на обрезанных, здесь тоже это 9 мм. Этого можно было бы, естественно, здесь сделать чуть потоньше. Это было бы приятно. На локтях, на коленях, это опять у нас это стандартная вафля. Ничего особенного нету, и опять нет утончения на ногах, но опять же обтурационный неопрен используется в этих местах. Костюм считается достаточно дорогим, но с другой стороны у нас сейчас все не дешевое, во-вторых, удовольствие дешевое. Минусы костюма на данный момент мы не обнаружили, чтобы я по теме это отзывы, что мы имеем о 5-7-метровых костюмах. Негативных это отзывов нет, поэтому если вам костюм подходит по вашей анатомии, то, наверное, мы можем порекомендовать его взять. Вот, собственно говоря, вот такой очень маленький обзор. Всем спасибо, всем привет, опять подписывайтесь.